Hello my dear friends. Привет, дорогие друзья. Welcome to the Russian Voice Online School. My name is Lydia. I'm your Russian language teacher, and today we are going to learn how to ask questions about things in Russian. How to say it in Russian? Как это по -русски? How to say it in Russian? Kak это по -русски? Как это по-русски? Это ручка. Ручка. Как это по-русски? Как это по-русски? Это флешка. Флешка. Это флешка. Как это по-русски. Это карандаш. Карандаш. Это карандаш. Как это по-русски? Как это по-русски? Это маркер. Маркер. Это маркер. Как это по-русски? Это телефон. Телефон. Это телефон. Как это по-русски? Как это по-русски? Это учебник. Учебник. Это учебник русский язык. Как это по-русски? Как это по-русски? Это планшет. Планшет. Это планшет. Как это по-русски? Как это по-русски? Это блокнот. Black black Dear friends, if you like this video, don't forget to subscribe to my channel and if you have any questions about learning Russian, please write them in the comments. And see you soon at our next Russian lesson!